Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вас приветствует Дом народного творчества и ремесел города Богучар. Мастер-класс проводит руководитель кружка Чижмина Людмила Алексеевна. Сегодня мы покажем изготовление традиционного сувенира, роспись ложки в традиции хохломской росписи. Для этого нам понадобится заготовка ложки, грунтовка, лак, сухой пигмент золотистый, водичка, фильтрные краски, кисточки для работы и, значит, духовка. Духовка нам понадобится для просушки изделий после каждой операции. Так, начнем. Значит, для этого мы берем грунтовку, кисточку и ровным тонким слоем наносим грунтовку на поверхность ложки. Так, нанесли грунтовку. Для просушки кладем в печь. Времени понадобится минут 15 при температуре 50-60 градусов. Готово. Второй этап. Мы должны нанести лак. Для этого берем кисточку для лака. Широкая кисточка, мягкая. Вот. Наносим на поверхность тонким слоем лак. Так, нанесли лак тонким слоем. Для дальнейших операций нам нужно эту ложечку подсушить. Но не в печке, а на вольном воздухе. Она должна полежать минут 5. Так, смотрим. Отлично. Получился хороший отлив. Теперь мы берем порошок и наносим аккуратно. Втираем поверхность. Пигмент мы положили для просушки. Прошло 15 минут. Мы смотрим. Ложка готова для дальнейшей работы. Теперь, значит, мы наносим на внутреннюю сторону ложки символ следующего года, год быка. Мы будем изображать. Наносить изображение быка. Вот, изображение готово. Дальше нужно закрасить фон. Берем другую кисточку, второй номер для фона. Делаем операцию. Закрашиваем все промежуточки. Так, вот у нас получилась внутренняя часть ложки. Дальше мы поворачиваем с другой стороны. Начинаем работать над другой стороной ложки. Наносим орнамент традиционный. Хохломской росписи обычные. Теперь наносим фон. Так, вот закончили фон с обратной стороны ложки. Теперь ложку надо опять дать возможность просохнуть. Кладем в печь. Отлично, просохло. Следующий этап – разживка. Для этого берем красную красочку. Значит, красная красочка у нас будет как после цели. С одной стороны мы наносим
Дальше мы наносим разжилку желтой краской. Другая сторона готова. Теперь с этой стороны точно так же, в такой же очередности, мы делаем разжилку. Теперь наносим краску желтой краской. Вот у нас основной рисунок готов с обратной стороны и с внутренней. Последним этапом нанесение отводки. Ножка готова. Теперь она требует просушки и лакировки. И мы можем ее подарить на Новый год с пожеланиями, поздравлениями. С Новым годом, друзья! Желаю вам счастья, здоровья в Новом году. Всего доброго. До свидания.